Привет всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня я хочу вам предложить свой самый вкусный рецепт капусты-пелюстки быстрого приготовления, то есть не квашеную, а маринованную. Этим рецептом я пользуюсь уже много-много лет, еще когда не было вообще интернета. Этот рецепт самый вкусный. Не смотрите, если вам кажется, что много уксуса или много соли. Здесь абсолютно все в норме. Поверьте мне на слово. Потому что люди, которые пробовали ее, сказали, действительно, все в норме. А эту капусту я готовила всегда и на свадьбы, и на дни рождения, на разные-разные праздники. И всегда все гости восхищались ей и просили у меня рецепт. Это капуста по быстрому приготовлению. Она буквально сутки простояла, и ее уже можно кушать. Она не такого насыщенного цвета, красного. Вот эта капустка постояла всего лишь сутки. Но постоит она еще 2-3 дня. Она станет красной и более насыщенного вкуса. Она возьмет в себя все ароматы чеснока, перца и станет еще более вкуснее. Если нужно на какой-то праздник, то лучше приготовить ее за 3 дня до праздника. Для этого понадобится капуста. Капуста должна быть белого цвета. Капусту помыла, верхние листья сняла. Морковка, свекла, чеснок и яблочный уксус натуральный. Начнем с капусты. Капусту нужно порезать на вот такие дольки. Теперь каждую дольку можно вот это пока убрать. Нарезаем вот на такие кусочки. Вот на такие лепестки. Капуста пелюсткой называется в переводе с украинского лепесток. Займемся морковкой. Значит, провожу вот так ножом. Вот. С другой стороны делаем такие бороздки. И вот эту часть нужно вытащить. И также переворачиваю капусту и опять делаю. Здесь ножом вот. Сделать поглубже бороздку. Теперь режем ее вот так тоненько. Вот такие цветочки у нас получились красивые. Делайте столько морковки, сколько хотите, чтобы у вас в капусте было цветочков. Свеклу тоже я беру вот таким ножичком и нарезаю. Режу на такие вот полосочки. Такая красивая свеколка получается, друзья мои, великолепно. Режу чеснок тоже красивым рельефным узором. На нашем любимом празднике должно быть все красиво. Все овощи подготовлены, пойдемте теперь готовить рассол. Мариновать можно в кастрюле, а можно в баллоне в 3-литровом, это как вам угодно. Варим рассол. На литр воды 100 грамм сахара. У меня здесь я взяла 3 литра воды. Значит, высыпаю сюда 300 грамм сахара. На литр воды 2 столовые ложки соли с небольшой горкой.
6 столовых ложек на 3 литра воды. Кладу сюда черного перца, вот так, душистого перца, лавровый лист. Вот так все размешиваю. Довожу до кипения и провариваю буквально несколько минут. Пока вода закипает, укладываю капусту в баллон. Вот кладу на дно немножко порезанной свеклы. Теперь капусты. Можно ее потрошить, а можно так прям кусочком класть. Раз потрошенная, она, конечно же, будет быстрее мариноваться. Вот так, слой морковки. Снова свеколки. На серединку я сыплю чеснока, одну головку. Наливаю на каждый баллон по 100 грамм масла. По 100 грамм яблочного уксуса. Уксус должен быть натуральный. И заливаю потихоньку, чтобы не лопнул баллон, кипятком, нашим рассолом. И оставляю на столе на сутки промариноваться, а потом отправляю в холодильник. Ну вот, прошли сутки. Вот такая вот капустка получилась. Видите, она покраснела, она еще розовая. Но постоит она еще 2-3 дня, и она станет вся красная. Зато посмотрите, какие цветочки. Какое красивое все. Это такая праздничная капустка, пелюстка по быстрому рецепту. Готово! Друзья мои, готовьте такую капусту на праздники, на каждый день. И у вас все будут просить рецепт, потому что эта капуста просто бомба. Всего вам доброго, удачи, счастья и добра. Пока-пока!